Привет! Давно с вами не виделись. Наверное, когда на улице еще было тепло, а сейчас за окном такой мороз, я аж в студии решил не снимать шапку. Бррр. Начнем серфить интернет с видео, на котором показали западные автоконструкторы, как открывать багажник простым движением ноги. Но, конечно же, в России появился свой аналог. Как тебе такое, Илон Маск? В Бурятии, кстати, тоже попытались использовать такие технологии, но получилось так себе. В сентябре вышел клип рэперов Kanye West и Lil Pump. Само по себе видео очень забавное или смешное? Просто поглядите. Конечно же, не обошлось без уймы пародий на это творение, но самое убойное получилось и у Киркорова, и Баскова. Не уходи, постой, фанатка, мы заслужили все дизлайки. А теперь видео для гурманов. Лайфхак из Украины. Молодой человек придумал, как быстро готовить люля-кебаб. По-моему, гениально. Классно было бы что-то подобное и про бузы придумать, а то эти 33 защипа... Завершим подборку, наверное, с самой милой борьбой из всех, что я видел. Маленькая девочка в розовой одежде одолела барана. Пожалуй, девушка из нее вырастет с характером. К слову, это фрагмент нового проекта «Оригус» – первого в Бурятии реалити-шоу про фермерские семьи. Уже в это воскресенье в 11 часов. Не пропустите. А на этом все. Такие дела.